Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка обзора, а также тестирование. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Вот такая мне сегодня пришла большая коробка. Сейчас мы с вами посмотрим, что тут внутри. Так, доставка быстрая. Специального магазина Моделонес. Все хорошо продавец упаковал. Вот такая коробочка для нас, девчонок. Пустила вас пониже. Вот такой классный комплект. Так, посмотрим, что указано тут на коробке. Значит, идет 16 позиций гель-лаков, база топ, всего идет 18 штучек. Состав: контактная информация, 30 месяцев после вскрытия. И давайте посмотрим, что тут идет внутри. Итак, тут у нас получается инструкция, как использовать данные гель-лаки. Все идет на английском языке. Конечно, есть переводчик. Если надо, можно сделать перевод. Так, что тут указано? Сушить надо 2 минуты в пуф-лампе или 30 секунд в LED-лампе. Давайте посмотрим. Начнем с базы из топа. Такая приятная на ощупь вот такая штучка. Вообще супер наборчик. Разные цвета на любой вкус и под настроение. Конечно, емкость небольшая. Тут идут гель-лаки по 6 мл. Базы и топ идут побольше. 10 мл получается. Вот такая база. Вот что указано на базе. Такие товары я беру впервые. Красивый дизайн, серебро, стекло, кисточка длинная. Запах присутствует, но запах не резкий. Обычный запах. Баночки полные-полные. Так, консистенция у базы идет такая средняя. Не очень жидкая, вот так она тянется. Дальше смотрим. Ну, это обычная база, не каучуковая. Следующий, это у нас топ. Топ идет без липкого слоя. Вот что заявлено. Так, фокус. Состав. Топ идет погуще, баночка также полная, кисточка ровная. Ну, сейчас мы их попробуем. Так, запах такой же, как и у базы. И цветники, разные цвета. Баночка идет 6 мл, если сравнить, это гораздо меньше. Ну, там 10, тут получается 6. Логотип Моделонес. Цвет 37, сзади указан, это идет грей, серый, цвет указан на английском языке. Так, ссылки будут в описании под видео на официальный магазин Моделонес. Баночки также идут стекло. Вот этот такой красивый цвет под номером 36. Голографическая такая баночка. Давайте посмотрим, какой он идет внутри. Да, такой же. Получается, цвет соответствует цвету на баночке. Очень красивый и классный цвет. И давайте выкрасим.
баночки полные. Запах присутствует, но запах послабее, если сравнить с базой и топом. Очень красивый такой голографический гель-лак. Он густой. На два слоя будет замечательно. На ноготочках. Цвет красивый. Очень красивый. Классные такие блестяшки. Можно сделать сверху любого другого цвета. Супер. Цвет под номером 36. Дальше следующий. Такой нежный-нежный персиковый цвет. 03. Тут еще есть QR-код на каждом из гель-лаков. Вообще коллекция классная. Но этот плотный, посмотрите на типсу. Мне кажется, что уложится и в один слой. Просто замечательно. Быстро самовыравнивается. Консистенция такая маслянистая. Вообще замечательный набор, так как емкость небольшая. Все мы хотим что-то новое всегда. Плотный в один слой. Замечательно. Какой вживую, такой и на камеру цвет. Дальше смотрим следующий. Яркий-яркий цвет, такой темный малиновый. Легко работать. Кисточка мягкая. Идет как по маслу. Просто замечательно. Ну, он на первый слой немножко полосит. Сейчас попробую сделать средним слоем. Ну, конечно, лучше уже сушить подольше. У меня лампа Sun One. Хорошая лампа. Как заявлено продавцом, как бы на коробке заявлено, что надо сушить LED-лампе 30 секунд. Но если я сделаю немножко поплотнее слой, буду сушить 60 секунд. Красивый яркий цвет. Мне кажется, что на камеру он немного светлее. Вживую он идет потемнее. Вот так, как-то так. Немножко камера отсвечивает. Все соответствует, как на баночке, такой и идет внутри. Дальше это идет такой как бы нежный-нежный мятный цвет. Не то серый, не то мятный. Также плотный. Нравится мне, что баночка стекло, не пластик. На этом они не сэкономили. Вообще набор замечательный. Я считаю, что набором всегда дешевле получается брать. На все случаи жизни. Также плотный, в один слой. Просто супер. Какой на камеру, такой вживую. Все вместе. Так, этот цвет под номером Grey 20. Так, еще вот этот какой цвет? Этот 03 и этот 29. Так. Следующий цвет это у нас 02. Тут получается идут по-разному они. Вот так и вот так. В этих идет еще QR-код. В этих получается, что нету. Как бы два разных вида гель-лаков. Это такой нежный ice cream. Нежный-нежный розовый. Отлично подойдет и для френча. Он плотный. Консистенция что-то подобное к моим любимым гель-лакам от Beauty Luxe. Ну, эти моделоны с ничем не хуже. Вообще шикарные гель-лаки. Так что, девчонки, советую. Плотные,
на один слой на типсе просто замечательно. И светлый тон, этот вообще такой вкусный цвет, нежный розовый. Так, их всех вместе и на просушку. Буду сушить 60 секунд, так как делала немножко средний слой. Первую пятерку мы уже с вами выкрасили. Идем красить вторую. Напишите мне свои комментарии, кто использовал продукцию Modelones. Это у меня впервые взяла я их. Ну, качество, девчонки, хорошие. Так, этот такой серый, грязный серый цвет. Вот. Так, цвет у нас получается 17-й. Это я уже перекрыла топом. Топ идет без липкого слоя. Отличный глянец. Под топом совсем по-другому гель-лаки смотрятся. Глянец хороший. Также хороший плотный цвет. Под номером 17. Дальше следующий, 31. Название цвета снизу. Pretty Real. Нежный такой какой-то молочный. Ну, он вообще супер, девчонки. Он идет шиммером, как на баночке. Вообще это хорошо. Не надо сверху красить цвет, так как видно, какой цвет идет на баночке. Такой шиммер идет. Лучше на два слоя делать. Я на типсе сделаю средний слой. Посмотрите, какой он красивый. Ну, он плотный, девчонки. Какой на баночке, такой идет на типсе. Этот цвет классный, советую. Дальше смотрим следующий цвет. Это какой-то темный, серый. Цвет под номером 39. Dark Knight. Также хороший, плотный, на один слой, быстро самовыравнивается, темный серый, это не черный, девчонки, это темный серый цвет. Еще у нас несколько осталось, 0,4. Серый с таким каким-то розовым отливом. Легко наносить. Вы пишите мне свои комментарии, как вам эта продукция, использовали, хотели бы попробовать. Мне всегда важна ваша обратная связь. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Всем спасибо за поддержку. Так, следующий вот такой какой-то коричневый.
нюдовый такой цвет. На баночке получается, они все под матовым как бы эффектом. Надеюсь, у меня будет глянцевый эффект. А так они должны смотреться под матовым топом. Так. Наношу вместе с вами, чтобы вы видели, какая консистенция, как каждый цвет по-своему наносится. Этот немножко полосит, ну, на средний слой замечательно. Ну, вообще я советую на ручках лучше делать два тоненькие слоя. Вот так. Цвет под номером 30. Итак, еще одна пятерка, третья пятерка. Давайте начнем вот с такого. Цвет под номером 37. Что-то подобное под 39, но 39 идет гораздо темнее. Запах ощутимый. В гель-лаках практически я не ощутила запах. Так. И на просушку лампу на 60 секунд. Вот так после просушки под топом. И давайте еще вот последний цвет с вами выкрасим. Какой он красивый. Золото, такой платиновый цвет, и он, девчонки, плотный. В чем плюс, что это такое нежное розовое золото, яркое. Этот цвет я также вам однозначно советую. Плотный. Быстро самовыравнивается. Легко работать, не капризный цвет, супер. Посмотрите, какая это красота, сумасшедшая. Вот еще золото, розовое и серебро в сравнении. Вот гель-лаки все вместе, и тут еще. Вот такой у меня будет замечательный набор гель-лаков Modelones. Ссылочки будут в описании под видео.
Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Конечно, оставляйте мне свои комментарии, лайки, мне будет очень приятно. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам ноготочков. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.